գտնվում ենք օլիգարխիայի Հայաստանը խժռած այս ժողովրդին կեղեկած. Мы находимся напротив предприятия, принадлежащего Самвелу Алексаняну, одному из главных представителей олигархии, которая пожирает и мучает Армению и является орудием в руках колонизаторов и иностранных сил. В связи с чем мы хотим представить вам наше видение и программу. Так вот, скоро, после установления в Республике Армения власти национальных сил, в рамках переходного правосудия, подобные мерзавцы-угнетатели будут лишены собственности и привлечены к уголовной ответственности. А их имущество, если быть точнее, имущество, оформленное на жен и тещ, будет выявлено посредством экономической люстрации и в значительной мере будет возвращено работающим на этих предприятиях директорам и остальным сотрудникам. Армения обязательно накажет подобных подонков, которые таким образом эксплуатируют, подрывают устои нашей государственности и ставят под сомнение судьбу нашей страны. А также накажет всех четырех руководителей, которые построили олигархическую систему, поставили республику под иностранное ярмо. Никто пусть не строит из себя невинных, начиная с первого и заканчивая четвертым руководителем, которые прислуживали внешним силам, распродавали и угнетали Армению и армянский народ в ущерб интересам государства и армянской нации ради своих личных и клановых интересов. Вследствие кризиса справедливости ровно половина армянского народа, выходцев из Армении, покинула родину. И сегодня в этой войне мы потерпели поражение как государство, а не как солдаты и народ. Мы проиграли по их вине, и они должны ответить за все это. Левонтер Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саркисян и Никол Пашинян. Они все ответят, как в лице их агентов-олигархов, так и, собственно, лично. Пусть никто в этом не сомневается. Подписывайтесь на канал Всеармянского движения «Сосна ЦРР» в YouTube.